Всем привет, ребят! У меня очередная посылка, достаточно дорогая и достаточно интересная. Знакомый попросил. Знакомый вообще любитель у меня самсунговских телефонов. И попросил заказать ни мало ни меньше Samsung Galaxy S3, кажется, оригинальный из Китая. Давайте-ка посмотрим. К сожалению, скорее всего, наверное, обзора не будет, потому что он прям очень его хочет. Он заказал его себе на день рождения. День рождения у него было вчера. Так, открываем. Что? Samsung Galaxy S3. Оригинальный, могу сказать сразу. Не какой-то дубликат, не какая-то там копия. С поддержкой NFC. Quad-Core CPU. Так, весь в пленочке. Тут у нас IMEI, наверное. Давайте-ка посмотрим, что у нас там есть. Так, сейчас сяду-ка поудобнее. Так, где у нас открывается? Вот он. Не царапинки, скажу я вам. Опа. Когда же мне свет нормально придет? Так, разъем для microSD карты, разъем для SIM карты, Samsung GTI 9100. Так, что у нас тут с батареечкой? Отлепляем. Отлепили. Так. Что, никаких нареканий вообще по виду нету. Вот тут единственное, почистить надо, то ли грязь какая-то попала, то ли что, почему-то грязновато. Видите, не видите, вот. Ну это ладно, это мы сделаем попозже. Так, вот у нас телефон начал включаться. Единственное, я не хочу сдирать вот эту пленочку, потому что под ней, кажется, пленки нет. Я лучше человеку отдам, чтобы он уже радовался, а то я это сделаю. Так, Quick Start GUIDE от Samsung на английском языке. Так, кабель для синхронизации, наушники вакуумные, ну и, естественно, зарядка фирмы Samsung. Так, смотрим. Бегает все быстренько. Разрешение сразу видно, что 1280 на 720, кажется, вот такое. Просит сразу обновиться. Так, давайте-ка посмотрим. Так, давайте-ка посмотрим мы настройки. Так, настройки. Так, так, language. Угу. На этот Kingdom English был. Нам нужно русский. Так. Все. Wi-Fi. Wi-Fi был проверен. Олег, Wi-Fi у него было. Так, Bluetooth тоже, скорее всего, был проверен. Ну, давайте-ка выключим его. Так, 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 об устройстве. GTY 9300, Android 4.04. Ну, все в принципе очень быстро бегает, очень достаточно хорошо. Сейчас подключу к Wi-Fi, обновлю софт и все, и отдам человеку. Ну, естественно, тут маленько почищу. Вот такой вот оригинальный Samsung Galaxy S3 купил за очень демократическую цену человек. Он просто себе захотел оригинальный телефон. По виду он вообще никаких нареканий нету. Единственное, что вот говорю, вот тут маленечко грязновато, но это я сейчас почищу. Корпус весь новый, все новое. Экран замечательный, видно, что OLED настоящий. Ну, говорю, настоящий, ни копия никакая. Смотрите по ссылочке цену, ну, если что, покупайте.
вообще никаких проблем с ним нет. Я сейчас его еще помучаю, если что. Если что-то найдут, то сделаю небольшую врезочку. У меня еще минут 20 есть свободного времени. Всем пока, подписывайтесь на мой видеоканал, ставьте палец вверх. Пока, ребята.